Это называется «Наши дороги», часть вторая. Поехали на дачу. Приехали. Полная жопа огурцов. Уже несколько часов кувыркаемся. Жена пошла на трассу. Может кто? Я ее выкапываю. Задолбался уже. Выкопал из-под нее. Уже земли этой глины. Кошмар. Колесо в воздухе болтается. И все, ни туда, ни сюда. Пробовали Жигулем. Жигуль сам в воздухе. Она даже и намека нет. Вон там усирается Жигуль. А она на месте. Вот мы и сидим, а уже смеркается. Придется бросить ее здесь. Я красавец. О, супер-пупер. Весь красавец. Так что не знаю, когда эта эпопея моя закончится на дороге. Ни души. Двум трактористам звонил. Ни один из них еще к трактору не подходил. Вот. Ну, может, и не хотят ехать. Так что вот такие, блин, дела у нас здесь с машиною. Загораем. Не знаю, наверное, придется бросать на ночь здесь. Знаете, как у Пушкина в песне о вещем Олеге. Я встал на распутье. Налево, направо и прямо. Ну, прямо однозначно тут коню понятно. Вот я стоял и выбирал. Или поехать направо, или поехать налево. Ну, я поехал направо и приехал. Ну, я думаю, что налево, если бы поехал, наверное, то же самое было бы. Клиренс небольшой. И села брюхом. По самое, что не называется, не могу. Вот так вот мы и сидим теперь. Ну ладно, буду копать дальше. Стемнело. А я сижу в машине. Греюсь. Жду, когда приедет МЧС. Обещали прислать пожарную машину. Трактора у всех в округе вдруг оказались неисправными. После зимы их никто еще не приводил в порядок. Все трактористы наотрез отказались ехать. Ну и слава богу. А то трактор меня еще разорвет в клочья. Останутся одни колеса от машины. Жду, когда приедут, меня вытащат.